Всем привет! Вот такой получился красивый аквариум. Значит, клей вот эти вот, ну, такие штуки, это склеено два стекла, тройка и четверка, это дно. Здесь ребра жесткости, вот так и вот так идет. Значит, вот это ребро жесткости из тройки, вот это из четверки, просто не было стекла. Значит, ну, это я полотенце. Значит, и еще ребра жесткости вставлены вот сюда посередине. Вот сюда кверху они не касаются, но на самом деле лучше делать, чтобы касались. Просто у меня не хватило, стекло само было такого размера. Здесь то же самое. Вот так вот оно стоит, как бы разделяет. Значит, стекло четверка, 120 литров, 40 сантиметров высота, 38 сантиметров ширина. И 80 сантиметров его длина. Стекло четверка просто не выдержит. Ему необходимо вот это армирование и по центру, и везде. Значит, только что его проверял, набрал его полный. Все отлично, кроме одного момента. Вот в этом углу была течь. Небольшая, сочилась. Как я ее устранил? Да ничего, собственно, особого я и не предпринимал. Вот здесь вот тупо просто залил угол герметиком. Сейчас он просыхает и заполняю еще раз. Также вот углы все подзалиты, в принципе. Ну вот текло только здесь, ну так, капельки просто сочилось. Сейчас буду набирать воды, проверять снова. Если все хорошо, ну, можно будет уже его ставить. Герметик, конечно, лучше использовать не черный, просто в магазине другого не было, а мне ездить искать не хотелось. Вот такой вот аквариум. Будет, надеюсь, радовать. Так, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду снимать и дальше, и как я его буду заселять. Ролики будут короткие. В принципе, я думаю, что всем должно понравиться. Все. А, да, еще момент один. Значит, при поклейке с герметиком лучше, ну, поаккуратнее и стараться не его, ну, скажем так, не преувеличивать его количество его нанесения. Потому что много герметика ничего хорошего, как вот нам по моей практике, не дает. Значит, здесь вот смотрите, вот по этому шву. Вот достаточное количество герметика было бы, но я все-таки его нанес только, что его начало выдавливать. И теперь вот эти вот места, вот его повыдавливало, видите? И вот эти вот места теперь мне приходится очищать лезвием. А это вообще непросто. Герметик не чистится. Так вот прям просто взял и очистил. Это лезвием, это кропотливая работа. Сантиметр за сантиметром. В общем, аккуратно в этом отношении. Все, ждите следующих роликов. Всем спасибо.